Друзья, всем привет! У нас сегодня распаковка двух обалденных новеньких орхидей. Предлагаю вам вместе со мной распаковать их и посмотреть, что это за орхидеечки. Да, друзья, вчера привез две орхидеечки, купил у одного из наших местных продавцов орхидей. Вот эти две обалденные красотки. Вчера уже вечером привез, поставил, они переночевали в упаковках, вот так вот прям не раскрывая, адаптировались по температуре. И вот сегодня с утра пораньше я тороплюсь похвастаться, распаковать и похвастаться этой красотой. Их здесь две, посмотрите, как они бережно, профессионально и, самое главное, с любовью упакованы вот в такие вот мягкие поролоновые, я не знаю, как это назвать, штучки для смягчения, чтобы в машине не побились, ничего. Так, амортизировали. Сейчас я на стол выставлю, друзья, одну и вторую. И мы их вместе с вами распакуем. Резиночки сниму. Опа, ой, главное, чтобы не упали. Они огромные, друзья, они просто прям орхидеи-слоники. Вот такие, видите, интересные штучки. Так, сейчас вторую тоже достану. Оп, срежу. Оп, вот. Чтобы они не падали у меня, а то они падают, как неваляшки. Потому что макушки переваливают их. Ну что, сейчас я посмотрю, с какой начать. Ну, начнем давайте вот с этой. Вот с этой вот орхидеечки. Мне их продали со скидкой. Почему? Потому что с корешками у одной, прям одну орхидею за 500 рублей купил, а вторую орхидею за 1000 рублей. У той, что за 500, прям совсем, друзья, ну, не то, что совсем, ну, скажем так, немножко такие, знаете, скудные корешочки, поэтому продавец отдала эту орхидеечку за 500 рублей. Но я честно скажу, что почему я две купил? Две купил, потому что одну из этих орхидей, одна из этих орхидей достанется кому-то из зрителей, подписчиков нашего канала в одном из ежемесячных розыгрышей, которые мы уже 2 года проводим на нашем канале. Вот. Ну, естественно, эта орхидея будет пересажена за зиму и весной отправится к победителю. Эту орхидеечку, одну из двух, мы, конечно же, разыграем в одном из прямых эфиров, которые мы проводим. Так, ну что, давайте я сейчас ее раскрою. И мы посмотрим, что это за красотка. На 2 цветоноса. Просто обалденные. Обалденные. Как-то надо так раскрыть, чтобы не повредить цветочки. Потому что хочется полюбоваться. Но все равно с такой корневой системой, вот я сейчас смотрю на нее, здесь корешков не видать, но это еще не приговор. Это не приговор. Вот. Так, ладно, мы не будем. Я просто разрежу вот так вот. Потому что скотч, отлепляя скотч, можно повредить сами цветы. О, уф. Друзья, она такая нежная, что аж у меня прям, я не знаю. Сейчас я все покажу. Так, вторую я в стороночку отставлю, чтобы она нам не мешала. И снимаю. Мася у меня пошла обнюхивать упаковочный материал. Так, снимаем. О! Ух, цветоносы, друзья, почти по метру. Орхидея прям очень и очень. Ух, вау. Так, вот, смотрите, она подписана была. Ну и вот такая вот, друзья, корневая система. Орхидея посажена, знаете, такой распространенный для европейских садовников грунт, состоящий из кокосового торфа
и кокосового волокна. То есть это все так перемешано. Ну, такая воздушно довольно-таки получается масса. Ну, корни очень хорошо растут, да и, собственно, орхидеи. Вот такая вот красоточка, друзья. Ну, давайте я поближе чуть-чуть, вот так вот, чтобы мне можно было опустить вниз стола, опустить орхидеечку, и я вам покажу ее. Та-на-на-на-нам, та-на-на-на-нам. Посмотрите, какой биглип. А, это Queen Kiss. Queen Kiss. А, посмотрите, какая нежнятина. Обалденная. Прелесть прелестная. Смотрите, какая. На два цветоноса. Такая, знаете, от молочного до нежно-розового окраса. Смотрите, какая прелесть. Биглип Queen Kiss. Во, я даже... Она не помещается. Не помещается, друзья. В объектив. Так, снимаю эти. Вот такие продавец... Вез из соседнего города у нас продавец этот. Вот. Елена зовут. С Краснослободска. Вот такая вот. Ой-ой-ой. Неваляшка падает. Ну, мы ее, друзья, эту орхидею, я думаю, что прямо вот в ближайшие дни достанем из этого горшка, потому что она здесь прям совсем-совсем неустойчива. Это как раз тот случай, когда орхидеи не то что можно, а нужно цветущими пересаживать. Потому что, ну, тут явно она, ну, как бы после транспортировки из Голландии, ну, прям все выпотрошено у нее. Ну, собственно, о чем и продавец меня предупреждала. Ну, поэтому и одна за 500 рублей... И вторая за 1000. Эта цена, друзья, нормальная. Так, ставлю, чтобы она не упала. Держится? Вроде держится. Так, ну что, давайте вторую посмотрим. Вторая. Так, вторую тоже сейчас я разрежу упаковку. Опа. Так, снимаю ее упаковочку. Опа. Вот так. И снимаю тоже, друзья, орхидеи на два цветоноса. Ну, здесь вот с корешками получше. Видно, по крайней мере, зеленые. Ну, вот это, наверное, за 1000 рублей у нас. Вот. Опа. Опа. Снимаем пленочку. Так. Вау, просто красотка. Слушайте, ну она прям огромная. Ой, прям роскошная. Я вот сейчас вам ее... Оу. Смотрите, какая прелесть. Ой. Ну, вот такая вот. И основание чистенькое, хорошенькое, вот такая. Но тоже транспортировалось. Ой, вижу, друзья, это самое по белой вот этой вот салфетке. Пробежала, друзья, мушка. Мушка. Ну, собственно, они все идут, друзья, не забывайте, где бы вы, у кого бы не покупали новые орхидеи, магазины, особенно голландские, азиатские, из оранжерей, обязательно, друзья, обязательно. Все орхидеи нужно обрабатывать профилактически от насекомых вредителей в первую очередь. И уже следующим этапом обрабатывать от грибково-бактериальных заболеваний. У нас на канале достаточно много видео на эти темы. Заходите в раздел плейлистов, смотрите. Там есть плейлист «Вредители орхидеи», отдельно плейлист «Болезни орхидеи» и «Орхидеи после покупки». Что делать с орхидеями после покупки, друзья? Ну, вот такие вот две красотки.
одну из этих орхидей мы разыграем, а другую орхидею я оставлю себе. Но такой вот грех не оставить. Посмотрите, какая фактура, какая нежная рябь, нежная розовая рябь на молочных реках. Посмотрите, какая красота, да? Вот это вот. Все, друзья, вот такие две красотки появились у нас на канале. Так, я ее сейчас... Опа. Орхидеи Queen Kiss. Вот. Все, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья, до встречи в следующем видео, всем пока.